инициативе члена Общественной палаты Одинцовского округа Риваза Макацарии была организована специальная акция. В рамках проекта «Старшее поколение» ветераны прошли бесплатное обследование зрения, получили новые очки и консультацию врача по уходу за глазами. Там ничего нет, читать не читать, только в зеркало смотреть. Только в зеркало. Да, мы потом все сделаем, будете читать. Да. Борис Александрович – участник Великой Отечественной войны. Уходил на фронт добровольцем. В этом году ему исполняется 95 лет. Говорит, война сильно повлияла на здоровье. Так этот глаз совсем не видит ничего. Он мертвый. А этот оперированный глаз в клинике Федорова. С тех пор носит очки. Диагностику не проходил уже давно. Стекла с серьезными дефектами. По словам окулистов, они могут ухудшить зрение. Салон оптики под руководством Ольги Снегиревой предоставил ветеранам возможность обновить очки. Мы обратились в администрацию и пригласили наших ветеранов проверить зрение. Так как у них уже очки старые, мы хотели, чтобы у них были более новые, сверхновые очки. Поэтому сделали им новые очки. Обследование проводилось при помощи современной аппаратуры. Затем ветеранам вручили очки с усовершенствованными линзами. У нас сегодня в гостях два ветерана вооруженных сил. Это люди, которые очень уважаемые, которые воевали и на Кубе, и во время Великой Отечественной войны, и ракетчики, и вооруженных сил. Так что мы с благодарностью сегодня их привели для того, чтобы они поправили свое зрение, изучили еще раз свое состояние здоровья. Ветераны поблагодарили организаторов акции за возможность приобрести новые очки. Спасибо большое и сотрудникам. И тому вижу такое замечательное помещение, столько, так много очков, которые можно выбрать. По словам Надежды Дмитриевой, к администрации Одинцовского округа часто обращаются с предложениями о помощи ветеранам. Сторонники «Единой России» с удовольствием оказывают поддержку старшему поколению, которая особенно им нужна в этот сложный период. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».